Привет всем! Как вы поняли по моей одежде, у меня сегодня день отдыха. И, собственно, у меня каждый день перед днем тренировки патриотов отдыха. Потому что, когда ты делаешь 1000 отжиманий, лучше накануне отдохнуть. Еще лучше отдохнуть после всего этого дела, но не всегда это получается, поэтому отдыхаю до. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у нас новая техника и новая площадка. Начну с площадки, потому что сейчас я вам покажу советскую площадку, которая объясняет, откуда растут ноги у тех современных сине-красных площадочек, которые вы видели в предыдущих роликах. Погнали! Итак, вот это вот советский вариант прямоугольной площадки, в которой есть все. Есть шведская стенка, железо, брусья, станок для пресса, загнутый турник. Кто под таким углом его загибал и зачем? Загнутые брусья. Станок для пресса еще один. Стол для армрестлинга. Гиперэкстензия. Рукоход длинный. И наклонный. Скамеечка. Местная тоже. Железо, 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 железо. То есть, как вы видите, вот такой должна была быть изначально эта площадка советская, которая содержит на себе различные конструкции, тренажеры, объединенные в один, так сказать, комплекс. Можете сравнить с тем, как это выглядит сейчас, как ставят по аналогии современные площадки, увидеть, что они хуже, менее качественно спланированы. Вот, расстроиться по этому поводу. Это я проверял, может быть, здесь динамическое весоизменение, кто знает. Вот, но что делать? С другой стороны, двигаемся дальше. Что у нас сегодня? Новая техника, новая продвинутая техника под названием половинки. В чем ее суть заключается? Основная идея половинок в том, что к каждому своему обычному полноценному повторению, вот, допустим, в подтяге, да, вы потянулись наверх, опустились вниз, вы еще добавляете половинку, то есть опустились вниз, еще так оп на половиночку и снова вниз, как вариант. Либо вот вы висите, потянулись на половинку, опустились вниз, потянулись до конца, опустились вниз. То есть вместо одного повторения у вас как бы полтора становится. И это значительно повышает уровень нагрузки в упражнении. То есть делать будет гораздо сложнее, поверьте мне. Несмотря на то, что кажется, всего лишь там половиночку добавил, да, все очень легко. Нет, попробуйте и увидите. То же самое в приседаниях и в выпадах. То есть если вы прям глубоко приседаете, то потом поднялись до угла 90, опустились снова, поднялись наверх. Если не так глубоко, то используйте 45 градусов, да, то есть делите движение ваше пополам в любом случае, и вот добавляйте половинку сверху, снизу. Это не так важно сейчас. Важно, чтобы вы добавили половинку. Вот. Вот такие вот дела на самом деле. Если вы делаете большое количество повторений, вот что еще хотел сказать, если большое, прям вот там 20 отжиманий, да, то, наверное, и вам не хочется делать после каждого, вот, чтобы не запутаться в подсчете, можете делать так, вы сделали 5 отжиманий, затем делаете 5 половинок, затем следующие 5 отжиманий, еще 5 половинок, еще 5 отжиманий, еще 5 половинок. То есть поняли, да, смысл? Либо делаете 10 отжиманий, 10 половинок, еще 10 отжиманий, 10 половинок. Это не так просто, как кажется, если вы все делаете правильно. В общем, вот такая вот техника. Это четвертая уже продвинутая техника. И мы движемся вперед по дороге усложнения собственной жизни. Как я уже писал в памятке и неоднократно, если вы чувствуете, что не вытаскиваете эту технику или предыдущую, или будущую, то всегда адаптируйте тренировки под себя. Это продвинутый блок, и его задача показать вам, какими могут быть тренировки. Но в любом случае, вы должны следовать трем главным правилам, о которых я писал в первом инфопосте. И вас ждет успех. На сегодня это все, я пошел растягиваться, отдыхать. Я не помню, надо посмотреть, что я делал в понедельник, дырявая моя башка. И в зависимости от этого я буду либо растягиваться сегодня, либо отдыхать. Вот. А всем вам желаю успехов, хороших тренировок и увидимся завтра, когда я буду пробовать эту технику на себе. Пока!